Всем привет, друзья, с вами ММА, еще раз здорово, короче, тут такой движ. Разрабы, что вы творите? Это было байт, это гениальный байт. Я вам сейчас покажу то, что они сделали, вы просто офигеете. Кто там такой маркетолог? Это, не знаю, они самого крутого в мире, что ли, украли? Посмотрите, и доставлена покупка с кристаллами и монетами. Цепочка целая, да? Просто забираем кристаллы, монеты. Кристаллы, монеты, монеты, кристаллы, набор для усиления, бонусный предмет. Бам, бум, бам, бум, бум. Йоу, чё за фигня, да, спросите вы? Но это не главная цель. Перед тем, как начнем, я расскажу вам. Обязательно закидывайте по лайкосику и участвуйте в конкурсе. Вот я говорил с утра, почему-то люди все равно спрашивают, когда итоги? Итоги сегодня вечером, народ. Вечером. Вечером это после обеда, когда уже покушал, отдохнул, там, учеба, все, вернулся домой, все дела сделал, и вот уже все. Вот тогда итоги. Плюс-минус. Если вдруг что-то хотите купить, в том числе, я думаю, народ, мы сейчас тоже этим заморочимся, поможем вам. Я вам сейчас покажу, откуда все это прилетело и зачем это нужно. Немного затянуло, обязательно, если что-то купить хотите, залетайте в Джемс, не пожалеете. Сделаем быстро, качественно, надежно. Смотрите, я сейчас добавлю это окошко. Захват окна. Оп! Вот так сделаем. Чтобы меня еще было видно. Допустим, вот так. Смотрите. Короче, продвигайтесь, говорят, быстрее, да? Мол, если хотите суеты наводить. Тут еще какие-то бесплатные кристаллы мне готовы дать. Смотрите, вот это все я купил. И вы спросите, зачем тебе это нужно было? А сейчас, смотрите, покажу. Мне все это нужно было, чтобы получить Supercell ID Rewards. Вот моя карточка, у меня уже 5000 за все эти покупки. И как вы думаете, что здесь есть за 15000 поинтов? 15000 поинтов это практически, ну, плюс-минус 300 баксов. То есть нужно накупить товару на 300 баксов, чтобы тебе хватило на этот скин. Это самый сумасшедший, самый дорогой скин в истории Brawl Stars. Условно говоря, да. Да, еще можешь за кепку поучаствовать, но если не выиграешь, то тебе вернут поинт обратно. И вот тут можно поинты туда-сюда потратить. Но как будто фигня, не? 12 тысяч очков за гиперзаряд. Проще чуть-чуть добавить и взять вот это. Имбулю. И сейчас сделаем закупчику, чтобы... закупчику. Закупчику добьем, чтобы взять самый дорогой в истории Brawl Stars скин, ну, которым бонусом ты все эти, как бы, награды получаешь. Но сам факт, что тебе это все надо купить, да? Окей. Окей, пришлось просто затариться, но я его даже с Кубом обсуждал, но как будто... Так, окей. И окей. Бам! Бум! Бам! Что творю, народ? Ну, за такое полайкосика, блин. Это все ради контента, все ради вас. Окей, мы собрали 6к гемов. У нас почти 3 миллиона 600 тысяч голды. У нас почти 500 тысяч блинков и почти... Ну, 200к, кстати, добили. Теперь мы отправляемся за самым главным. Это за скином. Так, если зайти из их вот окна, как видите, 15 тысяч очков. Я не знаю, смотрите, момент. Очень... Круто выглядит и тот, и этот. Но выберу синюю. Объясню почему. Потому что когда я бился по ММА, по боксу, по кикбоксингу, и тебе всегда угол назначают. Если ты там первый выходишь, первым тебя зовут по, на бой, то ты выходишь там в синий угол. Ну, условно говоря, я не помню, кто первый синий. Скорее всего, первый синий, второй красный. Когда я выходил в синий, я всегда с этого кайфовал. Типа мне цвет давал силы. То есть он такой спокойный, не агрессивный и так далее. Поэтому я по традициям... своей спортивной движухи покупаю самый дорогой скинчик. Дайте скрин сделать на всякий случай. Ну все, полетели, забираем. Блин, в игре хотел нажать забрать. А предмет получен. Только сообщения пока нет. Все, вроде появился. Теперь переходим в БС. Это что такое? Это что за анаконда? Полетел, полетел, родненький. Охренеть. Йо.
Так. Ну чё, погнали за этим. Я его... Он же давно супер вышел, не? Это супер давно анонсировано было, и он так никуда не появился. Йоу, сейчас все офигеют. Все такие, йоу, ты кто? Чё? Башни ломаем. Вражескую башню. Оу. Оу, оу, оу. Помоги им. Да похилься, чё ты со своими 2К бегаешь? Этот скин дает. Ой, я тыку не смог проверить, как она хорошо работает, не? Чел с 2К сидит, просто заряжает. Сейчас ему одну прилетит от Пайпер. Дефаем, дефаем, братанчик. Йоу, как это выиграть? Как это выиграть? Абе легенде. Абе легенде. Уэй, легенде. Так, тыку проверить надо. Охренеть анимация. Ну, ульту я, походу, не проверю в этой катке, потому что, ну, это просто трэш. Чел сейчас прыгнет и умерет. Умрет. Умерет. Я уже поплыл. Ну, давай, до свидания. Все, хоть одного выбили, все, до свидания. Уже с трех сторон не пинчат, уже халява. Бумс. Не, брат, отпрыгни, ну что ты делаешь? Нафиг ты рискуешь? Так, знаете, что сделаем? Ульту, ульту, хотел проверить. Надо вот так сломать, чтобы видно было. Чтоб кусты. Блин, на ульту не посмотрел. Новую-то все равно накоплю. Все, кустики им сломали, теперь они там крыситься не будут. И у нас проходик есть. Еще гиперзаряд. Просто можно подождать. Все, все, сразу три рыла у меня. Так, выйди, выйди, выйди. Бум! Ай, я толкнул! Добить! Ой, все, это не сливается. Вы видели, как они все подпрыгнули одновременно? Это просто жесть. Одна подлетела, второй подпрыгнул. Это мем. Все, все, король тащит. Король здесь, король на связи. Ой-ой-ой. И давайте вот здесь глянем. Тут, наверное, поприятнее будет играться, чем на кауте, где ты просто губка, которая впитывает весь дамаг и просто получает урон. Что? Ну, король против трех отморозков. Ну давайте, пацаны. Давайте, вы с королем попались! Это король! Это король! Блин. Так, мне наушники идеально пригодятся. Давай, полетел. Оп, поставили ему плашечку. Чё, подраться хочешь? Подраться хочешь? Мы их просто уничтожим. Ну куда вы прете свои бэзлейдеры, блин? 900 плюс, блин. Что это? Прима, мяч, мяч. Лучше прыг, ульта, легенда. Я помогу, брат, не бойся. А, блин. Ладно, полетели. Три гиперзаряда. Домой, домой! Куда прете просто со своими гиперзарядами? Отдыхайте. Это просто жесть. Это просто жесть. Что это? У меня две башенки осталось. Я их не потерял. Ни одну из них. То есть это в Clash Royale соло закрыл. Чистая победа. Чисто уничтожили. Самое главное, чтобы нашу центральную башню не разломали, да? Как говорится. Ну что, народ, ладно, теперь у меня для пиццы запасов. Фу, когда... Вот могу хоть вот так сделать, смотрите. Раз. Просто я как будто чемпионат мира выиграл, мне гемов накидали. Два. Три. Просто вот.
Просто да собирайте сколько хотите, мне вообще... Просто не жалко. Просто даже не почувствовал. Ну вот этот скинчик, я как и сказал, мне не очень зашел. Остальное вроде все. Ну что, народ, будем на этом с вами прощаться. С вами был Ма. Всем удачи и всем пока. Ну и за такой ролик, я думаю, по лайкосику можно скинуть.